Стать фермером теперь можно, не выезжая из города. Попробовать себя в качестве животновода или агронома приглашает барнаульский зоопарк. Сложно представить, еще весной на этом месте был заброшенный участок и стояли сухие деревья. Они и теперь стоят, только в виде забора. Ограда в деревенском стиле – часть замысла создателей фермы в городе. Грядки и урожаи на них – загоны для животных, старинные предметы домашней утвари. Для посетителей зоопарка появились как по волшебству. Волшебники и сотрудники зоопарка по совместительству о том, как творятся чудеса, могут рассказывать бесконечно. Процесс, так будем говорить, был без буквально перерыва, то есть мы работали и день, и ночь, и в результате вот получилось так здорово и красиво. Мы действительно вкладываем сюда душу. Вот буквально каждый элемент, вот какой ни возьмите, в него вложена душа, в этот колодец, в этого петушка, который стоит на сеновале. Лилия Фрай, выпускница биологического факультета Алтайского государственного университета, работник зоопарка, теперь еще и экскурсовод на ферме. Дополнительные обязанности в радость. Каждого из жителей фермы знает давно. Самые ответственные, такие как коза Плюшка, помогают в воспитании подрастающего поколения. Она сейчас живет в вольере с маленькими козами, и она их уже учит, чтобы они были такими же ручными, они уже стали подходить, поэтому скоро они тоже так будут обниматься, целоваться. Утки, куры, козы, кролики, а еще грядки с тыквой, кабачками и картофелем. Все это в распоряжении детей. Первые посетители фермы уже знают, как вырастить урожай. Для этого нужно, может быть, не каждый день, а через день поливать, нужно пропалывать, нужно... А потом, когда наступит осень, надо собирать урожай весь, который вы вырастили. Здесь позволено все не только детям, взрослым тоже скучно не будет. Всех желающих научат кормить козу, носить воду на коромысле или колоть дрова. А вот тем, кто хочет научиться работать на пасеке, придется немного подождать. Ульи – настоящая корова и музей под открытым небом. Появятся на мини-ферме в барнаульском зоопарке немного позже. Наберитесь терпения. Ольга Штополь, Сергей Балуев. Новости.